16-я выставка товарищества передвижников. Тихо переговариваясь, зрители не спеша переходят от картины к картине. И вдруг в торце самого большого зала, полная иллюзия открытого пространства, и за узким высоким проемом край платформы, возле которой остановился арестантский поезд. Видна лишь небольшая часть обшарпанного зеленого вагона с зарешеченным окошком. За окошком в окружении нескольких мужчин женщина с ребенком, который кормит птиц. Это была новая картина Николая Александровича Ярошенко «Всюду жизнь». год. 13-й раз Ярошенко принимает участие в выставке. Его хорошо знает публика, а коллеги ценят за прямоту и честность, называя совестью товарищества. Он давно обратил на себя внимание с той первой в его жизни выставки, когда представил полотно «Невский проспект ночью». Нет, не выдающимся талантом или совершенство мастерства поразило тогда. Удивила тема, вернее, интонация сочувствия, которую придал художник в картине о падших женщинах. Откуда у этого юноши из генеральской семьи, блестящего военного, счастливого в семейной жизни, интерес, сострадание к людям совершенно другого мира? Печаль не о своем горе. С тех пор он удивлял не раз. Заключенный. Студент. У Литовского замка. Позвольте, но ведь это государственных преступников. А это террористка. Не та ли Вера Засулич, что недавно ранила градоначальника Трепова? Почему именно арестанты, изгои, каторжники становятся героями картин Ярошенко? Еще Достоевский, вернувшись с каторги, в записках из «Мертвого дома» рассказал о бессмысленности и бесчеловечности тюрьмы. Вообще вопрос о преступлении и наказании становится чуть ли не центральным в развернувшейся литературной полемике. Лишь написанных Ярошенко «Вся боль души за человечество». Наверное, поэтому современники считали его художником мрачных жанров. Какой глубины трагизм выражен в этих глазах? Какое глубокое страдание было в жизни этого человека, восклицал Крамской, глядя на портрет Пелагеи Стрепетовой, актрисы, создававшей образы забитых, бесправных русских женщин. И вдруг всюду жизнь с ее мотивом просветления. Откуда? Из чего он возник в этом полотне о каторжанах? Как, преодолев
все тяжкие думы, всю горечь беспросветности родилась и осветила эту картину надежды. За 27 лет перед тем другой художник, Валерий Иванович Якоби, обратился к схожему сюжету. В его «Привале арестантов» реальная жизнь отверженных, окруженная непроницаемой стеной равнодушия, ужас безнадежности, где даже смерть не только не вызывает уважения или сочувствия, но не избавляет от наглого, неприкрытого цинизма. Закон людей не знает сострадания, а к небесам мольбы не долетят. Вот о чем хотел сказать Якоби. Арестанты за окошком вагона. Кто они? За какие грехи оказались в неволе? Какая вереница судеб прошла на страницах литературных журналов тех лет со времени опубликования записок из «Мертвого дома»? Это не сцена из тюремного быта. Сколько мук пришлось вынести этим людям, какие круги ада пройти, но не ожесточение. Тихая радость и любовь озаряют их лица. Но ведь и к ней обращена заповедь Христа. Прибудьте в любви моей. Радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас.